думаю, что мы опоздаем окончательно, потому что, конечно, вот Треви, Андрей так и не показал. Фонтан, что вы видели? Фонтан де Треви вы не видели? Нет, мы вчера не дошли до него. Вчера мы шли... Потому что очень красиво как раз вечером, когда освещается. Да, ну чего, тогда чтобы вместе были. Ну так, вот салон. Памятник Гарибальди. А там сколько батареи, наверное, очень близко, да? Близко, но с другой стороны можно прийти. Нет, тогда и платье. О, как красиво, смотрите. Балкон оформлен. Вот здесь ресторан. Это самый-самый. Вообще-то здесь на велосипедах едут, сейчас я знаю, очень много у вас ездит на велосипедах, на мотороллерах, мотоциклах, очень много лошадок. Вот это вот вся вот эта вот дорога опять. Конечно, Италия очень изменилась, очень. Да, вот эти старые камни, там были старые дороги, старая дорога иногда, вот, например, сейчас. Это старая дорога. Кусочки. Здесь частные виллы такие. Да, частные виллы, да. О, глициния. Это вот в Крыму такие очень много глициний. Очень хотелось побывать на в Соренто и на Капри. Тут же связаны Капри, с именами художников, да. Наших людей, которые... А, кстати, знаете, художник Щедрин, Сильвестр, он же остался похоронен в Соренто. Я так думаю, хотя я не знаю, пока мне информации нет, что там должен быть музей. Я там думаю, но он похоронен там на городском кладбище. Просто другое вино попалось. Или черный... Много, да, много разных. Черный петух. Черный петух. Навязан лицери мы взяли. Mm-hmm. И что-то как-то мы не прочувствовали это. Вот это вот дорога Апиантика. Mm-hmm. Вот это и есть Апиантика. Mm-hmm. Дорога. То, что мы уже приезжали.
Стефана живет с вами? С нами сейчас ее нет. Да, она сейчас на море. А, на море? Одна? Одна, потому что у нас то есть, у него сестра и брат, у них есть домик. На море? Да, около поэтому летом туда ездим, да, один каждый по месяцу. Да, 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 да. У нас маленькая вилла. Вот опять дорога. Да. Участок. Осторожно. Мягко, да? Да. Сэба. Да. Пьянисимо. Пьянисимо. А тут виноградник очень много, да, уже? Да. Видишь, на метро вот так все будет. По прямому ничего не бывает. Ну так, на метро когда едешь, ой. 20 лет строили одну линию. Сейчас построили еще одну, только две линии смогли построить. Потому что мы жили, когда копать что-то не мостовой не стану, он еще увидит это старинное здание и улицы, это греческого города. Потому что уровень города в течение века, где сохранится, это уличный, сохранился уличный след греческого города. Но так как в конце века, прошлого, это воспитал ужас, эпидемия холеры, то решили перестраивать
Lire Жанна Плоша муниципалитета, это напротив, это такой анжуйский. Мы сейчас это выходим из автобуса и пройдем пешком. Вот посмотрите на тропе. Город Неаполь. Королевский дворец Неаполя. Площадь Левисцита. Опера Неаполя. Неаполитанский залив. Собор Неаполя. Обряд крещения. Время постройки 18 лет. Оперный театр Сан-Карло в Неаполе. Пассаж.
кинотеатра Сан-Карло. Анжуйский замок. На самом деле это не интересно, он поставит такой парк, какой-то центральный парк. Это там, вот это, куда продать бульвар Большевья, свой слева, это вот фонтан с свиньей, а справа со свиньей. А там прекрасный привет, все истории И потом, это после этого, это репел, нужно считать это настоящим создателем Кузьяны, да. А вот это покажу, именно потому что рядом находился форт. Видите, напротив, где такой форт, но это видео будет с другой стороны, это место, где в 8 веке до нашей эры был основан городок Партенопе, а справа это боковая часть Королевского дворца. А вот эти дворцы, которые находятся напротив, чтобы справа, это дворцы испанских богачей. Это местами еще виднее парадные входы в эти дворцы. А справа это церквушка, посвящена Богородице Победе, так как главнокомандующим крестьянским флотом был Дон Хуан из Австрии. Это пешеходную зону, поэтому они должны вернуться потом сюда. Но возвращаясь из этой поездки, он остановился в Неаполе, где заболел и умер. И скоро себе будет память, когда поменяет греческий храм, посвящен ему. А слева, где такое желтоватое здание, это аквариум, который был сооружен в конце прошлого века швейцарский. Неаполитанский залив. Замечательный обзор. А вот посмотрите, что там вот поют. Не, вот так вот. Вот, зачем? Конечно. Вид Неаполя. Только здесь остался маленький участок этого пляжа. Это любимое место для прогулок неаполитанцев. А, к сожалению, для нас это по воскресеньям, это центральный участок.
Вот эта площадка, это слева, это стеклянный крыш, это площадка для оркестра, это раньше там, это каждый воскресенье играла музыка, играла оркестр. Да, конечно, это 13 век, это 13, в конце 13 века, это завоевал город, это Карл из Анжу. А для них это были представители рода Хохенштауфен, Конрад и Фридрих и Швабия угрожали разрушение города Неаполю. И после этого это устроили на склонах Везувия, это вулканологическое устанавливание, это и Пулман. Sulla destra ancora, vedi, l'ultima corsia a destra. И поэтому сразу после землетрясения начали восстанавливать город. То есть они думали, что это гиганты, которые прикованы под землетрясением, когда стараются освобождаться время от времени, они причиняли такие землетрясения. Но все-таки многие покинули город, и население сократилось до 10 тысяч жителей. Работы по восстановлению города еще шли местами, даже не начались. И поэтому многие разрушения только в этом землетрясении, не только в извержении, когда минули сопротивы возмили эту негру. Но надо сказать, что это большинство людей удалось убежать. Те люди, которые сразу покинули все и убежали, спаслись. Из 10 тысяч жителей погибло около 2000. Извержение, это люди всегда, навсегда покинули этот город. Прошли века, это накопили еще другие слои пепла и пенсии, потому что после первого извержения это движение стало извергаться очень часто. И когда в начале 18 века это случайно открыли это с Помпеей, высоко приклали сюда с помощью смолы. Потом это с помощью этих резцов, это у них есть, конечно, много, это начинает обрабатывать это себя, это променит это золото. Поэтому надо смотреть, они через смолы, чтобы оценить на все то место. А если рядом, как видите, это цельные ракушки, обработка, это подкорка бульона, это не спрятанный работ. Фабрики Харава. Thank you.
красота, да. А вот здесь тоже там было. Вход в город Помпеи. Дома, которые построили, это в первом веке до нашей эры. Это что касается строительного материала, это до второго века до нашей эры. Вот это были большие внучные дедухи из известняка. Но потом, когда обнаружили раствор из известняка, это свыше 250 лет работали. 250 лет, примерно. Да, потому что в начале 18 века. Хотите вино? Не хотите? А у вас есть деньги? Римские деньги. Но здесь продают вино. Продавали. Держали вино, которое продавали горячим зимой, холодным летом. Но вино разбавляли водой и медом, потому что он очень терпкий в это время. А на этих ступеньках выставляли готовую еду. А это на переходе, это повсюду видят такие большие камни, которые потребляют, чтобы переходить через улицу. Здесь, когда в начале не было канализации, Помпеи. Жертвенник, и который был облицован мрамором, наверное, это после римского завоевания, потому что только в это время начали употреблять такой материал привозной, это здесь нет мрамора. Это раньше здесь употребляли только вот этот серый туф из Луцерии. Это в центре священная часть храма, которая была доступна в основном только жрецам, а люди стояли либо под крестом, либо под крестом. Это
потом нас, ладно? О. Давай, упай. Я шел императору Веспазьян. Что увидите? Следующий вполне. Вот уже. Это потрясающая резная работа. Very important was this room because they invited all the people walking in this area of the forum to, if I am allowed to use this word, to be there. Because they needed the dream to meet the bridge of the moon. Because the Romans knew that since the beginning there was something. Да нет, вообще нет. Сюда лава не дошла. Сюда падал только пепел и пенс. Понимаете, это если бы дошла лава, то ничего не осталось. Вот это, наоборот, это материал, это консервирует в течение веков все. Только крыши рухнули. А вот это было. Да-да, не трогай. И не восстановили, не отреставрировали. Вот это за барельеф изображается где-то при Афине быка. Это в центре жрец, нагнать, жертвенный материал на треножник. Это по бокам помост, галинца это справа, слева это треножник, это ладан, а другой быка, который будет пожертвован в честь императора. Такой барельеф, такой четырех... колонный храм, который видим на фоне, наверное, это келий, где стоял священная статуя Бога императора. Выходя отсюда, направо, это остатора. Не хотите? Прохрест даже. Вот это внешние лавки, а там в центре будет... О, посмотрите. Круглая площадка, видите, где столбы? Да не, там продавали рыбу. О, посмотрите, в центре все такие колонки. Это было помещение, где продавали рыбу. Это доказано тем, что в центре остались остатки фонтана, где арка посвящена императору Калигуле. На этих подставках стояли статуи знатных людей города. Как видите, вот это так выглядела мостовая, но выходя из форума, это пят начали поворачивать. Вот там прохладно. А говорили, не сохранил. А вот господин подарил нам барьер, который изображает Бога Агьяра.
Россия